Всем привет! Меня очень давно не было на канале. Прям даже не знаю, что происходило, куда я делась, что творилось. Никакого желания не было что-либо снимать. Сейчас как-то все-таки решила, наверное, показать вам. Я снова вернулась в листочки из Kinbor порезанные. Это у меня прозрачный планер из Fix Price. Я здесь храню листочки, в которых я вела подобие личного дневника. Мне не очень понравилось, если честно. Я, в принципе, в последнее время не очень люблю вести личный дневник. Здесь остались листочки в клетку. Они очень тонкие, классные. Также я сюда убираю все месяца, которые уже прошли. И все недельки, которые также уже прошли за этот год. Я не храню, месяц заканчивается. Я сразу убираю с планера, потому что зачастую я не возвращаюсь к уже прошедшей информации. Поэтому я просто достаю и переставляю. Раньше я их не хранила, сейчас я хочу сохранить все бланки за год. И в конце года, наверное, сделать полный обзор на то, как я ввела свой планер. Я не помню, на каком месяце обзоров мы с вами остановились. Мне кажется, что это июнь, но я могу быть не права, могу ошибаться, но надеюсь, что это июнь. Поэтому я хочу вам показать сейчас июнь. Собственно, ничего здесь нового никакого нет. Здесь он начинался, День защиты детей, первое число. Функциональные стикеры клеила сюда, потому что иначе они, мне казалось, захламляют и писать некуда. А так они визуально цепляли глаз, что мне, собственно, и нужно обычно. Наклейка, закрывающая прошедший год, так как это были датированные бланки Filofax за прошлый год. Они у меня оставались, я их решила использовать. Передатировала. Отмечала круглыми стикерами прошедший день. Собственно, вот так вот выглядел мой июнь. Это начало июля уже. Ничего нового абсолютно не было. Все было стабильно. Не знаю, мне в последнее время очень-очень кажется, что черная ручка создает эффект грязи какой-то, что как будто все испачканное. Не знаю, странно. Всю жизнь пишу черное в ежедневнике, и вдруг мне это перестало нравиться. Ну, возможно, это пройдет. Собственно, вот такое вот маленькое видео. В следующем видео мы, наверное, с вами полистаем июль. И скоро уже будет нужно листать август. Так что я надеюсь, что вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, если что-то интересует. Также подписывайтесь на все мои соцсети. Я оставлю ссылочки, как обычно, в инфобокс к этому видео. И всем спасибо за просмотр. Всем пока, до скорых встреч.